Всем привет! Записываю видео про цифру 7, а именно те случаи, когда часто встречается и что это вообще значит. На записи этого видео меня натолкнули последние консультации. Ну, вот прям буквально вчера у меня была девушка на консультации. Я смотрю в ее жизни так много мистического. Я говорю, а вам случайно никакие цифры постоянно не попадаются? Я говорю, да нет. Я говорю, и вот семерки вы не замечаете. Она говорит, ну, вообще-то я живу в доме с номером 7 на 7 этаже, в 27 квартире, и у меня телефон заканчивается на 7. И знаете, не везде эти семерки. Я говорю, ну, а вы только что сказали, что как бы не замечать, но я как-то не особо придавал этому значению. И до этого у меня тоже недавно была консультация, говорю, а семерочки вам встречаются? Не везде. Вообще, мне скажите, бывают так часто в номерах машин номера 7? Мне кажется, что такого не бывает. На самом деле, в каком-то смысле бывает. Вообще, что это значит? 7 с точки зрения ведической нумерологии, цифра кету. А кета – это самый мистический грах всей ведической этой системе. Еще Раху 4, но 7 более, скажем так, мистическое, потому что Раху более нацелен на материальное, а 7 это вот прям чисто мокша, освобождение, это эзотерика, мистика, магия, это и самое главное карма, это все семерочки. Что это значит на бытовом уровне? Ну, например, у меня был случай, я отводил ребенка в садик, и у меня упал телефон в снег, и об этом я узнал только дома. И через телефон жены звоню на телефон, и мне говорят, что мы его нашли, приходите, забирайте. Что интересно в этой истории? Те, кто его нашли, живут в доме номер 7, на 7 подъезде, в 77 квартире, если не ошибаюсь. И номер у них заканчивается на 7. И до этого у меня был случай с потерей телефона, и было то же самое, там были одни семерки. Семерка – это цифра кармы. И когда вы встречаете где-то на бытовом уровне, это значит о том, что происходит события, ну, скажем так, которые должны были произойти, обязательно должны были быть в вашей жизни, так как бы идет свыше, это закрытие ваших кармических долгов. И в зависимости от того, как вы наработали, скажем так, в этой жизни, будет итог. То есть потерять телефон я должен был в обоих случаях обязательно. Но, видимо, хорошие наработки в этой жизни мне его возвращали. То есть событие происходило, но его итог, украдут его, да, или мне его вернут, зависит уже, скажем, того, как вы живете, вашего гороскопа в целом, как вы его прорабатываете и подобных вещей. И я, когда куда-то иду и вижу вот эти семерки на номерах, а я живу не в Московской области, семерки на домах или еще где-то встречаю, я понимаю, что сегодня будут события по карме, неважно, хорошие или плохие, это должно было быть. И я даже рад. Почему рад? Потому что семерка – это цифра мокши, освобождения. И чем больше у вас таких событий по жизни, тем больше вы как бы закрываете кармические долги, и тем больше вы освобождаетесь, тем лучше. Поэтому, когда вы встречаете семерочку, не надо напрягаться, надо даже порадоваться, потому что так суждено. Есть, конечно, другие цифры, у них есть свои значения, и этому я тоже прям на жизненной практике убедился, но семерочка меня сопровождает. Правда, не так, как большинство, то есть я не живу на 7 этаже, в квартире там номер 27, в 7 доме, нет, у меня такого нет. Он именно бывает на бытовом уровне, он встречается в каких-то случаях в моей жизни, и я прям понимаю, так сказать, откуда корни растут. А вот бывают люди, которых он вообще везде в жизни, да, вот как с этой девушкой, когда там все везде семерки, или знаете, когда мне звонят клиенты, их, ну, там по рекомендации дали мой номер, и там в конце там 4 семерочки, вот у меня было 5 семерочек вроде в конце. Ну, то есть, можно даже вообще гороскоп не смотреть, человек так или иначе будет связан с мистикой в этой жизни. То есть, у него будут какие-то странные события, у него есть какой-то дар, он увлекается эзотерикой, или вообще сам практикующий эзотерик, и там подобные вещи. Потому что семерка это кету, это связь с потусторонним, кармическим и тому подобных вещах. Ну и ведическая астрология подразумевает наличие, ну, трактовки вашей даты с учетом цифры. Но очень важный момент. Об этом мало кто забывает говорить, что по этой системе новые сутки начинаются с рассвета.
Вот мой пример. Я родился 26 мая, и там должна получиться общая сумма, да, там 2 плюс 6, 8. Но я родился в 10 минут первого ночи, да, и получается, что это еще до рассвета, а значит, это было не 26 мая, а 25, и мое число получается 7. То есть вот так это смотрится, понимаете? Это очень важная вещь, которую надо обязательно учитывать. Если человек не знает времени своего вообще рождения, то вот эти штуки могут на нем вообще не сработать. Вот такая вот вещь. Ну, надеюсь, я немного вас просветил по теме такой нумерологии. Это не моя стезя, но я именно семерочка хотел сейчас сказать, потому что до этого снял видео о том, что Кету входит в Мули, он будет, так сказать, в своей обители, это будет время очень-очень кармическое, когда обилие событий по карме и очень многих людей семерочки начнут появляться повсюду. Вот так вот, всем счастливо!